12 задержанных во время облавы на ночной клуб «Югенхаб» признали уклонистами. Сейчас они проходят медосмотр. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил. По словам замначальника управления призыва, решение по уклонистам примут военные комиссии. Он также уточнил, что спецоперацию проводила нацполиция, а по вопросу участия в ней военкомов проведут проверку. Напомню, в ночь на 28 октября в столичном клубе «Югенхаб» полиция устроила рейд. Там задержали 17 человек с наркотиками, 32 посетителя доставили в военкомат.